Я вызываю полицию. Мы не ломали. Вы же понимаете. Слушай, мы с вами нормально. Ну, кусок отпущения надо найти. Вот я сегодня нашел вас. Что вам будет за то, что вы нас поймали? А так мы не премия будет. Нам дистанцию держите, пожалуйста. Да. Руки убрал. Давай сюда. Я сказал, руки убрал. Сейчас... Я вам в руки ничего вам давать не собираюсь. Да? А перед просмотром данного видеоролика я хотел бы посоветовать вам канал, который называется «Бригада И». Парни реально стараются, делают хорошие видео, выпускают их регулярно. И что самое интересное, у них очень мало подписчиков. Я захотел им помочь, и теперь у них, как вы видите, плюс один. Я надеюсь, вы меня поддержите, тоже подпишитесь на их канал, потому что он того стоит. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алекс Нов, и вы попали на мой новый видосик. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода. Ну, так бы мне хотелось на самом деле сказать, но погода в нашем городе сыграла с нами злую шутку, и у нас целый день льется ливень. Сейчас погода к вечеру чуть-чуть остепенилась, и мы решили с ребятами все-таки вылезти и полазить в центре где-нибудь. Нашли для этого потрясающую красивую крышу, вид с которой открывается практически на весь центр. Очень это эпически выглядит. Но, к сожалению, из-за погодных условий вид будет не настолько красочным, как при дневном свете. Но я надеюсь все равно, что вам это видео понравится, и вы поставите кучу пальцев вверх и подпишитесь на мой канал. Друзья, я никому не советую повторять за нами, потому что даже при яркой солнечной погоде это очень опасное занятие. А сейчас, тем более, идет дождь. Это, ну, раза в 4 опаснее, чем является обычно. Но мы этим занимаемся давно. Мы знаем, что и как, а вам лучше этого просто не повторять, а следить за тем, что мы делаем на экранах. Так вот, за нами уже вышли. Здравствуйте, у вас день рождения, мы к вам в гости. В общем, вот таким незамысловатым образом мы забрались в здание. И сейчас будем подниматься на саму крышу. Залаз тут слишком крутой, и под дождем это будет еще опаснее. Здравствуйте. Ключ! Какой? Той, что вы открывали двери. Бегло. Так мы ключиком открывали. А не открытый дверь. Кто открытый был? Вот это. По камере показать. Да, там нет камеры. Что ты мне? В общем так, если вы еще не хотите сотрудничать, я вызываю полицию. Так а нету ключа, я так открыл. Так мы не открывали дверь. Двери ключом. Я им открыл дверь. Коли ты здесь, блядь. Так, ну, в общем, чтоб хуйней не пострадать, я вызываю полицию. Сейчас зуют вас за порчу и муж. Так, а чё, что мы делали, скажите? Не надо мне уже ничего понимать. Ну так, а тогда что, в чем проблема? А в том проблема, что мне надоело это бегание. Я что, собачка? А вы... Я что, собачка, кажется, за вами это бегать? Мы же не заставляем вас бегать, мы нормальные ребята, понимаете? Ну какие вы нормальные ребята? Только мы просто хотим попасть наверх, сфотографироваться и слезть. Мы аккуратно, ничего вот, не ломаем. Кто был? Нормальные так, ребята? Подождите, вот мы... Вот это такие самые нормальные так, ребята. Окей, мы... Уже это... одну голову выли, уже я платил понимаю. Папаша, садил пацан у полиции, пока папаша не отбашлял. Объясните просто, зачем вам это? Ну, то есть, ну, мы не ломали. Вы же понимаете, слушай, мы с вами нормально... Слушай, ну, кусок отпущения надо найти. Вот я сегодня нашел вас. В смысле, козлов вот, отпущения? Да, вот вы будете так, козлов понимаете, отпущения. Не... Есть по камерам, видно, что мы ничего не ломали. У нас ничего, ну, то есть... Ну, плав... там камер нема как раз. Там я вас поймал на горячем месте. Я как раз возле двери. На каком горячем месте? Понимаете? Возле двери. А откуда вы знаете, что мы ничего не снимали? Ну? Откуда вы знаете, что мы ничего не снимали? Ну, у меня есть видеодоказательство того, что мы ничего не ломали. Вот и хорошо. Докажешь у милиции, мне ничего доказывать. Мне ничего не будет за то, что я вас отпущу. А что вам будет за то, что вы нас поймали? А так мне премия будет. Стоп, подождите, шо? Давайте мы здесь подождем полицию. Не-не-не, пошли. Подождите, у нас стаканчику подождите. Давай. Так, заходи, стоп, руки, пожалуйста. Заходим сюда, чи нет? Подождите, давайте, так. Я же говорю вам, вы можете нас здесь подождать, мы здесь подождем полицию. Я должен на смерти тут, да ты что, смеешься? Пошли со мной. А почему мы должны к вам заходить? Так, давай документы мне. Давай и топай. Я имею право дать документы только полиции. Что ты мне можешь? Можно? Давайте дистанцию. Что ты мне можешь? Что ты мне можешь, колупаешь? Давай, пошли. Дистанцию, руки. Пошли. Я могу шейной.
Я прихворный. Подождите. Я прихворный. Я на рабочем месте. Давайте, а ты пришел не на рабочее место. Дистанцию держите, пожалуйста. Да. Ты пришел не на рабочее место. Подождите. Стоп. Так а что вы... Ты пришел сюда на частную собственность. Вы можете дистанцию держать? Ты частная собственность, понимаешь? Так вот, а что вы... Вот, пошли, 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 пошли. Вызывайте, вызывайте пошли. Стоите, стоите уже возле нас. Подождите, пусть они... Пошли, 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 пошли. Стопе, подождите. Что стопе? Давай, 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 давай. Руки убрал, давай сюда. Я сказал, руки убери. Сейчас... Вы не имеете права трогать. Как я не имею права? Вы нас поймали, вызывайте полицию, мы стоим здесь. Я иду, веду вас в свой кабинет. Я стою здесь, жду полицию. Пошли, я стою здесь, жду. Хорошо, дожидаю. Да не снимай. Он меня снимает. Сейчас же. Помахай. Вот как раз... Вы распускали руки. Ну давай, давай, давай. А вы кому звоните? Полицию набирайте? Да. Закрой свою калитку. Да я его она снимает. Она не снимает, за, видите? Закрой свою калитку, я его снимаю. Я сейчас заберу полностью. Она не имеете права. Закрой калитку. Она не снимает, вы видите? Давай, я вам в руки ничего, в руки ничего вам давать не собираюсь. Да? Ух ты, блин, это... Ребят, как вы думаете, что? Охрана опять отсосала вот такенный болтяк. Вау.